давно ни во что не играли. Может, в прятки? Только чур, я буду прятаться первым. А почему это ты? Зато ты первым будешь искать. Ну вот еще, я первым предложил, я первым прятаться и буду. А я первым согласился. А я тогда играть не буду. Игра сам. Как же я сам от себя спрячусь? Я же себя очень быстро найду. Да, без Нюшки никак. Можно читать хоть целый час. Вот если бы и в жизни так. Приключения, отвага, борьба за сердце прекрасной дамы. Какой дамы? Ну, такой, как я. Как ты? А что, разве не похоже? Что-то не очень. Не очень? Минуточку! Ну? Что вы теперь скажете? Нюша, ты такое в своей книжке подсмотрела? Да, там такого сколько хочешь. Я вам сейчас ее покажу. Да мы ее уже видели. Нам бы почитать. Нет, книжку читать мы не будем. Мы будем в нее играть. В прятки играл, в футбол играл. А в книжку? Это как это? А? Так это проще простого. Главное, нужны злой дракон, бесстрашный рыцарь и... самое главное, прекрасная дама. Нюшка, ты чего это туда залезла? Во-первых, не Нюшка, а прекрасная дама. А во-вторых, это замок. И меня стережет злой дракон. Что злой дракон? Задумал погубить прекрасную даму? Нюшка, а кто из нас злой дракон? Ну, конечно же, ты. Это почему же? Это потому, дракоша, что Кирюшка бесстрашный рыцарь. Ой! О, рыцарь, спасай меня быстрее! Стой! Вначале ты должен сразиться с драконом. С кем? С Андрюшкой. Ладно, жди, я мигом. Нюшечка, побудь драконом вместо меня. Разве это идея? Это... неужели меня никто не спасет? Андрюшка, ты как? Где эта дама? Она там, в дереве, то есть в замке, ждет. Андрюшечка, у меня идея получше. Теперь Кирюшка будет драконом, а ты рыцарем, и именно ты спасешь меня. Нюша, а до конца книжки еще много осталось? Это зависит от бесстрашного рыцаря. Значит, еще много. Не волнуйся, щит у тебя уже есть, остались пустяки. Это сделает тебя еще бесстрашнее. А тебе идет. Андрюшка, давай! Я так долго ждала этого момента. Прекрасно! Рыцарь, ну кто так сражается со злым драконом? Показываю последний раз. Так, Кирюшка, стой здесь. Ты стой рядом. Будете драконами. А я бесстрашным рыцарем. А кто будет прекрасной дамой? Он еще спрашивает. Ну, конечно же, я. Рыцарь?
Одновременно? Может, в книжке этого и нет, но без личного примера нам не обойтись. Внимание! Ура! Свободу прекрасным дамам! Какая-то продазрительская тишина. И где эта дама? Помогите! На помощь! Кажется, я знаю. Нюшечка, ты где? Да тут я, тут! А чего ты там делаешь? Я трясу на ведре. Нюшка, а ты сейчас Нюшка или прекрасная дама? Я сейчас колодцы, и плавать я не умею. Ага, если Нюшка не прекрасная дама, то я не бесстрашный рыцарь, а ты, Кирюшка, не злой дракон. Да вытащите меня отсюда! И значит, мы уже не играем? Ай, ой! Так ее и вправду надо спасать. Кирюшка, помоги! Кирюшка, может, подашь прекрасной даме руку? Ах, извини, как-то я сразу не догадался. Андрюшка, ты когда-нибудь рыбу ловил? Нет, а что? А то, что теперь тебе придется ловить меня. У тебя удочка дома есть? Кажется, есть. Если ты немедленно не поймаешь меня, то, кажется, я утону. Вот, удочка дедушкина. По-моему, у удочки должны быть крючок и леска. Это спасительская удочка. Тут все сложнее. У спасительской удочки должна быть спасительская веревка. Эй, ну скоро вы там? Готово. Остался маленький пустячок. Что осталось? Осталось на эту маленькую удочку вытащить большую Нюшку. Держись крепче. Где это я? Ты снова с нами, Нюшечка. Только чур, я больше не буду злым драконом. А из меня рыцарь, ну, совсем не получился. А кто меня из колодца спас? Ну-ка, ловите меня. Да из вас такой рыцарь получился, что ни в одной книжке не прочтешь. Так что? Мы больше в книжку играть не будем? Будем! У меня дома еще одна есть! Детектив называется! Все-таки надо научиться читать.